Привет, стримаши. Хочу рассказать о том, что происходит. Все происходит только плохое. Как видите, вот камеры наблюдения ставят. Ну, почти что, наверное, на всех углах уже поставили. Это плохо. Это камеры не для порядка, как бы они называются, что для порядка следить, где какой-то бандит прополз. Но фактически же просто какой-то человек в шапке там пошел, и все, его никогда не поймают. Если только это не какой-то алкаш обычный, который зарезал другого алкаша. Так, по идее, было бы это неплохо, это наблюдение, но оно совершенно в другом виде должно быть реализовано. Ну, я, в общем, у меня был уже ролик про это видеонаблюдение, что те, которые наблюдают с другой стороны, это и есть бандиты. По сути, вот если коротко выразить, то какой, за какими бандитами они будут наблюдать? Ты-то не видишь, кто там сидит с другой стороны, а там сидит отребье, мусор, самые, которые совершают самые страшные преступления. Ну, в общем, я не про это хотел рассказать, просто угол, где пихают еще мегапроект, типа суперпрогрессивный. Так что я громко говорю, что ли? Это Wi-Fi точки, сеть. Ну, вроде как ее по всему городу, что ли, растянули. Но они везде ловятся, на самом деле, конечно. Ставят Wi-Fi роутеры во внешнем исполнении с такими большими антенками, ну, относительно большими, уличного исполнения. И интернет, типа, сеть называется Free Wi-Fi, по-моему. И к ней ни хера не подключиться. Вот что я хотел рассказать. Типа круто, интернет, и какой-то иностранец приедет, у него нет карты, он может выйти там что-то постримить. Я, например, когда там что-то кончилось или не работает, или не в планшет, которого нету модуля сотового, ну на деле полный пролет. Не подключается. Я подключился пару раз, а сейчас вообще ни разу не могу. Я сниму ролик обязательно прям с экрана планшета. И покажу, вообще не подключиться, потому что, как я понял, там получается, может точка обслужить, сколько там, 50 подключений. К ней подключаются какие-то из домов соседних и сидят просто, что-то качают, порнуху какую-то смотрят. И в итоге, как бы, эта общая, типа, сеть, она не существует. По идее, что-то можно сделать с этим. Как-то надо выкидывать периодически в аренду адресов. Но как бы если человека адреса выкидывают, я точно не изучал этот вопрос. Я знаю, что можно полосу разделить. Если есть, приходит 100 мегабит, ты можешь разделить. Ну, то есть она должна делиться равномерно. То есть ты выделяешь какой-то кусок, ну как в роутере гостевой сети, ты выделяешь скорость, например, 10 мегабит из 100. И дальше люди, отрезают 10 человек, они между собой делятся автоматически. Как-то так. Но еще вот проблема, что нужно выкидывать людей, чтобы не было все время занято. То есть держать процентов 20 свободных всегда, чтобы человек новый прибежавший. Наверняка что-то есть. Но это обязательно должно быть сделано. В итоге вот получается вот так, как я описал. Ты видишь сеть, нихера подключиться не можешь. На ней сидит вот этот чувак, который вот в этом, он там в квартире сидит рядом с этой антенной. И просто, чтобы не платить за интернет, там 300-500 рублей. Так что вот так вот. Здесь даже вот этого роутера нету. Где-то висит, я могу сфоткать на этой же стенке. Вот так же где-то тут повесили. По идее, вот здорово было бы, да, интернет, гуляешь, там что-то смотришь, ролики, но в итоге просто вообще не подключиться. Вот такой отзыв вот о сети, бесплатной, free Wi-Fi в Невограде. Очередной просер, там, наверное, как обычно, миллиарды какие-то
Списали, просрали и сейчас прописывают. Ну не работает вот ни хера это. Куда-то там писать им, я думаю, без толку им срать вообще, как чиновникам там на людей, на простых. Так что все вот так вот плохо. Ну, кафе, еще была у меня история, вот эти кафе с Wi-Fi. Я походил, попробовал подключаться. Кое-как, в 5 метрах, только в 10, ты подключаешься, скорость 1 мегабит и менее, это при Wi-Fi, еле-еле, то есть фактически, если и подключишься, то скорости нету. Ну, вот эти всякие кафе кругом, да, у них есть доступ, потом сделали доступ по смс-ке, пишут тебе, я получал эти смс-ки, подключился. Ну, подключился из 10 точек к одной, к двум где-то подключался, остальные, ну, то же самое, как здесь перегруженное, видно, то же самое фигня, ну, просто убит этот рынок уличный, чтобы можно было экстренно воспользоваться. Ну, я думаю, все это можно было бы решить, ну, им, видно, так пофиг, просто написать. Ну, конечно, я понимаю, они в кафе делают то, что дают пароль, не надо, чтобы всем с улицы приходили, что в кафе пришел, тот вот вылез. Там, наверное, так и надо делать, но в кафе же как бы я сделал роутер, отдал бы половину полосы пропускной под пароль посетителям, а половину бы открыл этот Wi-Fi, и там народ бы лазил. Так же можно сделать. Ну, два роутера поставить, они же дешевые эти роутеры, там 5000 рублей стоит приличный. То есть ставишь два, один открытый, второй с пароликом, все работает. Но в итоге даже вот в кафе один какой-то роутер и скорость очень маленькая, либо вообще не подключиться. Я пытался подключиться в кафе через дорогу, это вот метров 30-20, уже все, ну ничего не подключалось. У меня тогда кончился, что ли, трафик, как обычно. Так что ничего хорошего не происходит. Даже вот в такой сфере, помимо там всего остального, всяких вредных законов. И вот это вот, ни туалетов нет в парке. Типа надо ссать в кусты, а за это тебя оштрафуют. Интернет, Wi-Fi сеть, которой невозможно подключиться. Так это будет вот бесконечно тут. Так, на этом все. Wi-Fi сеть не в ограде, free Wi-Fi. Ну, там какой-то сайт есть, зайдите там, посмотрите. Нихерище не работает. Подключиться невозможно. И деньги, я там же деньги с бюджета выделены наверняка, и это все впустую просрано. Может быть, я что-то не понял. Как-то надо мега подключаться, я не смог. Но это вряд ли. Потому что вначале я как-то подключился пару раз к сети, а потом уже все, она встала. Ну все, пока, ребята. Отдельным роликом я расскажу про Wi-Fi в метро. Там тоже все очень коряво сделано. Тоже не прогресс, а фигня какая-то. Всем пока, подписывайтесь.